Всем привет! Вы смотрите Dionix Channel, а мы продолжаем играть в Майнкрафт пока что. Пока что Skyblock, да. Ну, это касается сегодняшнего стрима. Так, сколько у нас тут чуваков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, если я не обсчитался. Так, здесь у нас сколько мелких? Так, ну, по-моему, там где-то было, ну, двое точно вот тут есть. По-моему, там их трое. Тут два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать. Короче, больше 10, не, больше 11, да. Больше 11, это самое важное. Так, почему-то мой стул решил именно сегодня опять скатываться, начать вниз, потому что я не сходил за стулом, я залип в танчиках на выходных. Засудите меня. Вот, ну, в общем-то, да, мне с этим страдать. Так, с мышой вроде все в порядке. Я вообще никуда не сходил, ничего не сделал на этих выходных, я просто залип нахрен в танке. Так, сколько у нас тут братюня? Вот тут у нас братюнь достаточно печальное количество. Примерно штучек 2, 4, 6, 7. Да, вот этих легче считать. Это плохо, потому что нам надо, чтобы их было 11. Тогда вот это будет работать. Так что вот это вот работает, вот это работает, вот это работает, вот это не работает. Может быть, я был слишком высоко, не знаю. Так. Блин, я уже давно сюда не заходил, я не помню, что я тут делал. Ну, кроме очевидных вещей, вроде размножения жителей. Вроде доставки их наверх. А, да, сегодня дел у меня, в принципе, немного. Если мы закончим быстро, мы можем еще пойти поиграть в Айзека. Но, как показывает, блин, опыт, мало дел не значит, что они быстро кончатся. Как показывает опыт, я тут могу копаться несколько часов к ряду и ничего не сделать в итоге. Чувак, который смотрит это на ютубе, который говорил, что над дверьми не должно быть твердых блоков. Я знаю, что типа прошло месяца два или три, когда ты это будешь смотреть, но нифига, неправда. Нужны твердые блоки, потому что один чувак так написал, что типа, не нужны твердые блоки. Убери твердые блоки над дверьми, и тогда все будет работать. Но он, очевидно, не знает, как это работает. Да, в принципе, я до конца не знаю, но знаю, что твердые блоки нужны. Что это важно. Так. Хотя, может быть, он здесь сейчас, кто знает. Так, мне нужно немножко дерева порубить. Ну, хотя бы потому, что оно тут есть. И, наверное, нужно... Кстати... Ну, ладно, тростник пусть растет. Наверное, нужно где-то чего-то нарубить другого. Короче, я хочу ферму слизни сделать. Хотя, если честно, вот сегодня... Хотел сделать еще подготовку для другой фермы. Но пока что не готов. Потому что я не продумал один важный момент. Я не продумал, как мне лианы заменить. Чем мне лианы заменить? Надо потестить. Потому что если не заменить ничем лианы, то мобы будут разбиваться. Если мобы будут разбиваться, будет печально. Надо будет сейчас зайти в креативку. Посмотреть, можно ли поменять на лестнице достаточно безболезненно, скажем так. Потому что об лестнице мобы цепляются обычно. А если мобы цепляются за лестницу, это плохо. Вот. А лиан у меня здесь нигде нет. Ну, разве что, как бы, выдавать себе саженцы джанглового дерева, например. И что-то с ними делать. Но это как бы не входило в мои планы выдавать себе какие-то предметы. То есть, а так это был бы вариант, в принципе. Хотя, почему бы лиану не выдать игроку, я не знаю. Ну, то есть, это может быть полезно, но с лианами ровно ни хрена не сделаешь, кроме как вот какие-то фермы специфические. Так, там в Миникрофте. Кубично. По-прежнему. На Skyblock поставить моды? Нет. На Skyblock не ставятся моды. Это разные карты, между прочим. Agrarian Skies, может, и поиграем. Он так-то вообще-то устарел. Так что, есть ли смысл в этом? Даже второй, по-моему, устарел уже. Ну, морально, конечно, я имею в виду. Так-то чему там стареть, но там моды типа новые повыходили. Да и в модах я не особо. Если уж выбирать из скайблоков, то выбирать тот, который посвежее. Разве нет?
О, еще немножко. Вообще, я сегодня хочу построить ферму слизней. Она мне пригодится... Самая ближайшая, наверное, она мне пригодится на ферме пигманов. Наверное. Потому что там нужны блоки слизи. И на самом деле черт знает где еще. Да, и хотелось бы сегодня еще где-нибудь в перерывчике надюпать себе немножко... Да, блин, стул, хватит опускаться, господи. Хотелось надюпать себе немножко, возможно, земли и песка. И как-то решить проблему с животными. Потому что животных тут нет. А, они нужны. Так, что у нас дальше там? Да, дальше хотел картошки докинуть ребятам. Так, ты на арте в танк играл. У меня стрим вылетел. Ну, когда? Два дня эти, да? А почему бы и нет? Ну, зато почти до батчата 155-го... Вообще, до 55-го докачался. 9-го левела. Я молодец. Я угробил 2 выходных. Ну, на самом деле, не 2 выходных. Я еще всякое смотрел. Типа флеша нового. Который... Сейчас скажу, какой эпизод. Подождите. Это у меня тут записано, наверное. Если нет, то неплохо бы обновить. Так, флеш. Флеш. Черт, у меня тут 15-й эпизод. Это, по-моему, 17-й был. Так. 18-й эпизод даже флеша. Да, это был даже 18-й флеш. 18-й флеш эпизода это был. Это такой отстой. Боже, господи, он такой тупой. Просто капец. Флэш просто скатывается в хреновую парашу. Если раньше у меня были сомнения и надежды, сейчас у меня никаких надежд нет. Вообще. Это просто хреново и неправильно. Это настолько плохо. Так. Где моя бульба? Я не понял. Благо у меня редстоуна до жопы теперь. Хотя бы с этим проблемы решили. Так, ну здесь да, здесь очевидно нет ни хрена, кроме кучи железа. И да, здесь тоже что-то ни хрена нет. И тут что-то ни хрена нет. Неужели я все скинул? Видимо, я все скинул. Да. Ну, в общем, да, 2 выходных я потратил не на то, на что планировал немножко. Мои планы пошли по этой самой. Впрочем, ничего нового, да. Оп. Топорик надо бы отнести. Да, вот что еще хотел. Че хотел? Хотел вот эту всю штуку начать как-то собирать. И, по-моему, не существует сбора без использования компараторов. Ну, я имею в виду адекватного какого-то. Ну, прекрасно у меня. Люди начали какие-то на машинах ездить. Хорошая погода. Почему бы не похлопать дверьми? Да. Я думаю, что я буду ставить здесь те самые 4 стака... 4 стака блоков этих. Как их, блин, называют? Ты, господи, хопперов. Все забыл за выходные. Все. Скутился. Так. Это мне на самом деле не так, что и нужно. Так. Хочу немного костей пособирать. Давайте пока отвечу вас, вам... Не понял, почему у меня стрелы с собой. Давайте пока отвечу вам на вопросы. А, кого забанил в группе, не разбаню. Очевидно, не просто так бан был выдан. Я не помню за что, но явно не просто так. Ради развлечения никто вас банить не станет. Ну, не в моей группе, во всяком случае. А ты рельсы воткни вагонетку. Да, гениально. А разгружать-то как? Сейчас я закрою дверь, пристрелю человека и вернусь.
кошмар просто. Это надо не просто, понимаете, дверь открыть, закрыть свою, блин, здоровую, на своем там дречепоте, блин, на дровах. Нужно еще и развернуться во дворе узком, а потом еще подъехать к моим окнам. Вот сволочь. Да, Драмер, а как ты собираешься разгружать вагонетку? Как ты ее собираешься останавливать? Я, конечно, могу сейчас пойти искать в очередной раз какие-нибудь видяшки. Но там так, по-моему, ни хрена и нет. А мне не так уж и много надо костей. Ну, какое-то количество нужно. Хотя вот тратить на эту ферму столько железа, сколько я хочу на нее потратить, я не хочу. Потому что это дохрена железа. Но зато лут будет постоянным. То есть в этом смысле проблема исчезнет. Но проблема в том, что это действительно много железа. Я не знаю, как раньше люди обходились без компараторов. Я уже не помню, как это было. Я очень старый, я не помню, как было без компараторов. Но, по-моему, без компараторов у нас не было и автоматических систем сортировки, и автоматических разгрузок, и всякого такого. Хотя, может быть, у Кронда можно поискать, но что-то я сомневаюсь. Что это будет адекватно компактная схема какая-то. Я не представляю просто, что можно поставить, чтобы вагонетка блокировалась только на время разгрузки. Чтобы она разгружалась полностью. То есть, чтобы она чекала как-то содержимое. По идее, этим занимается компаратор. Ну, по идее, конечно. Так, ну где-то 2 стака есть костей. Было бы неплохо 3 набрать. Как я хочу сделать ферму слизней в скайблоке? Да, обыкновенно, блин. Найду через сайт Чанки, построю платформы, вылью воду, вуаля. Было бы что делать, господи. Только надо посмотреть, где там слаймы спавнятся, потому что я не помню высоту. Ну, по-моему, 40 и ниже. Сделаем несколько платформ. Сделаем воду. И пусть убиваются, к чертовой матери. В принципе, можно сделать удобно, можно сделать красиво. Я думаю, что будем делать удобно. Да, я знаю, что те, кто смотрит на Ютубе, будут сейчас смотреть на беготню, но что поделать, мне надо ребятам закинуть немножко картошки. Да, эту проблему мы будем скоро решать, потому что, конечно, ферма работает, но это очень не камильфо вот так бегать. Занимает кучу времени. Вот иногда здесь абсолютно ни хрена не падает. Так, я думаю, что я сделаю даже вот так. Сейчас. Да, 2,5 стака, я думаю, что мне хватит на какое-то время. Сейчас выложу топорик. Да, кстати, с едой у меня тоже пока что голяк. Ну, не то чтобы совсем голяк. Но, скажем так, ситуация не из лучших. Блин. Я забыл, что эти уроды шумят. Теперь все издает звук. Сквиды издают звук. Рамки издают звук. Звук издает звук. Все издает звук. Все шумит, пердит и булькает. Хочу как в винде отключить все звуки, знаете, только чтоб не все. О, чернила. Да вот говорил, что у меня вот тут могли мобы заспавниться. Не могли, один блок. И да, я искал, откуда у меня моб приперся. Думается мне, что с верхушки. Хотя, по-моему, нет. На Ютубе серии. Ну, выходит через день. А там уже когда они нагонят. Неизвестно. В зависимости от частоты выхода.
стримов. Так, тапки. Так, 2, 2, 1. Нет. Так, поровну. Я не знаю, имеет ли это смысл, но я люблю разделять поровну. Так, чисто на всякий случай. Все равно они вместе срабатывают. Так. Music на 0. Так, сейчас спрячу вот это барахло. Топорик тоже сюда закину. Даже не на ферму, а сюда. Так, где-то моя картошка здесь была. И... О, попали. Отлично. Я не знаю, сколько стаков мне это даст. Но я думаю, что достаточно. В принципе, с едой у меня проблем нет. Но проблема есть с тем, чтобы ее... Ну, как бы... Нужно потратить время и пойти вот понабивать костную муку. А в целом оно есть. Вообще интересно, сколько стаков получается с одного, ну, с трех стаков картошки. Ой, с трех стаков пыли. Довольно-таки занятное должно быть. Хотя нифига не занятный процесс. Просто взять и посчитать. Но мне очень лень. Очень лениво. Ну, с двух и три четверти получается довольно-таки дохрена, по-моему. Так, по-моему, уже все. Да. Ну, 2 и 3 четверти выдают. Раз, два, три, четыре, пять. 2, 4, 6, 7. Где-то 8 стаков выдают, то порядка 5 стаков картошки. 5-6 стаков. Not bad. Так, это тоже надо сюда убрать. Хотя я не знаю, зачем я это складываю, ну, какого черта. Так, вернем звук. Я, наверное, разделю. Хотя нет, дам только нижним пока что. Им нужнее. Им нужнее. Хотел разделить, но нет. Кстати, вот эту хрень надо тоже двигать. Сейчас я себе это запишу даже. О, передвинуть ферму жителей. Записано. Да, передвинуть нужно будет ферму, потому что там спавнятся жители, но... Но они блокируют других жителей. То есть два жителя, и спавн прекращается. Поэтому надо будет двигать. Так, что у нас тут, между прочим? Да, мало. Не густо. Не густо. Я не знаю, в чем дело. Может быть, им всего хватает, но они просто идиоты. Так. Раз, два, три. Во. Так, два, четыре, шесть, восемь. Ну, я думаю, что я им кину с запасом. Я думаю, как-нибудь разберутся. Ну и... Какого черта? Пусть жрут. Все равно, если кто-то из них сдохнет... А вы знаете, как они любят это делать. Пусть лучше будет какой-то запас, потому что сейчас оно просто работать не будет. Если бы жители могли продавать кварц, у меня не было бы проблемы. Логично. Если бы это было так просто. Просто купить кварц. Блин, сточенные в ноль кирки алмазные. Потрясающе.
Так. Нет, если ты их отредактируешь, то могут. Они тебе могут хоть родину продать, хоть что угодно. Так, мне нужно, кстати говоря, еще раз, два, три стака. Три, нет, два, раз, два. 16. 32, 34 надо хоппера сделать. Давайте сделаем это. Хотя... Блин, отсюда надо кучу резов уносить. Оно все лишнее здесь, оно здесь не нужно. Да, но надо будет сделать 34 хоппера, так или иначе, потому что мне нужна дюк-машина. Пожалуйста, избавьте меня от Пасхи в моем чате. Я атеист. Пожалуйста, прошу вас. К тому же она, по-моему, вчера была, если я не ошибаюсь. Так, я всю слизь перепрятал, да, сюда? Окей. Так. Снег. Мне нужен снег. Так, мне нужны координаты в первую очередь, во вторую очередь снег. Так, что мне пишут? Ага. Связывался с человеком, который занимается Donation Alerts. Спрашивал, вот из-за фигня Ройдом, почему не работает? Почему вы не хотите, почему вы ходите по земле? Что происходит? Где мои бабки и все такое? Да, короче, скоро обещали на вебмане все восстановить. Так, какие у меня координаты? Давайте с этого начнем. Ну, примерно нулевые. Приблизительно нулевые. Около нулевые. Так, я нахожусь где-то вот тут. Нет. А, дурацкий сайт. Я нахожусь примерно вот тут. Да. Так, ближайший чанг к моему дому находится минус 12, минус 40. То есть где-то... Где-то вот тут чанг находится. Но если я буду строить здесь, это будет не совсем удобно, по-моему. Построить бы его где-то вот немножко правее. Так, продолжаем искать. Так, ну, блин, вот там вот чанков мало, вот в той стороне. То есть ближайший, если вот от того, который я сейчас показал, ближайший уже на минус, на плюс 84, минус 24. Ну, то есть, по-моему, он вообще находится, блин, под фермой практически. Да, блин, я ровно здесь построил эту чертову ферму. Вот тут этот чанг. Вот здесь. Где он тут? Вот этот чанг. Вот он, вот тут. В принципе, можно и здесь построить, потому что... Хотя слаймы будут влиять на спаун мобов здесь. Хотя я этой штукой не пользуюсь и вряд ли буду пользоваться когда-то. Ну, просто потому что она... Нужна была мне для жителей, а жители сейчас, видимо, уже не иссякнут. Господи, какая страшная штука здесь растет. Достаточно далеко от дома. Так что это, типа, удобно. Да, давайте, наверное, здесь сделаем. Только мне надо будет, конечно, взять с собой ведро. С водой и спуститься. Так, вот этот чанг. Вот этот. Сейчас я у себя тут так. Оп, готово. Так, и да, сейчас посмотрю еще сколько, где там слаймы находятся. Так, Майнкрафт, слайм. Слаймы. Да ёпрос, это Google Chrome, прекращай.
Levels 0 through 39. 39. And specific chunks. Any light level, swamp biomes, some levels 51 through 69. А, ну, swamp biome меня не интересует. Так, если, конечно, он здесь не находится. Ну, swamp у нас, по идее, там. Да, это Extreme Hills. Swamp — это болото. Ежели шо. Так, ну, уровень освещения любой, от 0 до 39. I get it. Так, мне понадобится глоустоун. Достаточно много. А, привет, Полена, чё хотел? Так. Я где-то тут мешочки видел. Так, дальше мне понадобится, ну, собственно, стройблоки. Куча. Все? Получается, да, по идее. По идее, все. Ну, ведро воды, само собой. Так, ведра есть? Есть. Я даже, пожалуй, наверное, пару ведер воды. Я бы даже сказал, примерно три. Привет, Северянин. Коняру сносную в пределах рубля за 0,5. Коньяк ты имеешь в виду? Без понятия. Да и как-то на запись все это обсуждать. Не знаю. У нас старый Кёнигсберг продают. А так, как повезет. На самом деле. За что-то конкретное я бы не стал говорить. Так, дальше. Что мне надо дальше? Дальше мне надо еще еды где-то... Блин. Что у меня за напряги с едой такие? Я понять не могу. Почему я не могу просто жрать? Блин, у меня же вроде была еда. Я же вроде ее собирал. А, во, рыба, точно. Рыба у меня есть. Сальмон-то можно пожарить? По-моему, можно. Да, отлично. Трижды... так. Так, 4 на 7, да. Окей-доки. Что у нас получается, кстати... Cooked salmon. Копченый, готовый лосось. Может, не копченый, но готовый. Определенно. К чему-то. Так. Такому жизнь его не готовила, определенно. А, так, у нас есть тортики. Ну, кстати, еще. А, стоп, это cooked лосось. А, да, это cooked. Так, я, пожалуй, еду тогда вот так отложу. То, блин, я ее не вижу в упор в сундуке. Это кошмар. Так, арбузные штуки. Яблочные штуки. Все. А, вот еще. Окей. Да ё-моё. Я так радовался жителю с Мензингом, а теперь я не знаю, на кой черт он мне вперся. Как вам такой поворот? Вот этот, братюня. Вот этот. Это был успех определенный. Мензинг на скайплоте. Но... На кой хрен он мне нужен? Он роляет только на удочке, наверное. Что вы хотите увидеть в обнове 1.10? Настоящую обнову.
а не какой-то, так, лестница. Мне определенно нужны лестницы. Я же не собираюсь подниматься по воде обратно. Верно? Ну, подсказываю, верно. Правильный вариант, верно. Привет, Лост. На северянина не обращай внимания. Он периодически, да, такой. Злой. Северянин, что опять не так? Кстати, мне деньги за DS3 не вернули, сволочи. Тут на... Мне Мирузуки скидывал. Где-то на Пикабу писали, по-моему, что читеры там лютуют. Скидывают пушки какие-то на читерные, и людей за это банят. Ну, автобаном. Это просто капец. Я не знаю, From Software заставляет... У меня ощущение, что From Software заставляет меня жрать дерьмо. Просто вот очень неприятная, блин, ситуация, мягко говоря. Честно, это уже надоело. Да, я могу, конечно, один играть, но я не хочу один играть. Представьте просто, есть релиз для Японии, есть релиз для... для всего мира, а есть релиз для нас с Мирузуки, блин. Отдельный, персональный. Когда у Мирузуки перестанет, наконец, DS глючить. Глючить он перестанет, когда ему по приколу будет. Мерзкие звуки. Мерзкие хоббитсы. Деньги тебе не вернули за DS, потому что я предзаказал, да. Не, там сказали что-то про 2 часа. Наигранных. И сказали, что у меня наиграно 7, хотя у меня наиграно 15. Так что пошли они в жопу. Нет, я знаю, что шансов не было практически. Но я хотел вернуть деньги. Нет, ну правда, ну 3 куска. Ну, 3 куска и такие, а, да, лошара, жди еще полгода, блин, пока мы сподобимся. Так, ну мне в самый низ по идее. Так, если 39-й, это пару левелов построить. Это каждые 3 блока. Да, главное забраться так низко, чтобы шансов не было. Когда звезданусь отсюда. Ну, короче, если я сегодня упаду, все нормально, это скайблок. Ну что, ползи. Ползи, как никогда не полз. Здесь случился Bloodborne. Играю DS 3.1, пойми, что это смесь первого DS и Bloodborne, пойми, что там куча спамящих врагов. И у новоприбывших игроков PvP нет чести, забейся в угол и плачь. Просто сделай передых на пару недель, как я. Да, дело не в сложности. Северянин, вообще не в сложности. Если бы меня пугала сложность игры, я бы не играл в Dark Souls вообще.
Нет, дело в том, что я просто хочу, мы хотим с Мирзуки просто вдвоем поиграть, это весело. Просто увидеть какую-нибудь срань, сказать: «Эй, чувак, смотри, какая срань». Он такой: «Да, блин, вот это срань». И ты такой думаешь: «Блин, круто». Но сейчас было круто. Там, вторгся какой-нибудь, там, не жалеть этих самых гомосеков. Да, не жалеть гомосеков и катана ему по лицу. Понимаете? Вот, вот это круто. Ради этого стоит играть. Ну, просто запинать какого-нибудь ублюдка вдвоем. Просто потому, что он посмел вторгнуться в твой мир. А тут получается вот такая неприятная ситуевина. С банами и прочим. Ну, слава богу, нас не забанили. Но сам факт возможности такого бана меня не радует. То, что завезли Bloodborne, то, что он там еще что-то, меня не интересует. Я хочу просто, чтобы игра работала. Это все, что мне нужно. Я хочу играть в копи. Причем в соло у Мирзуки не вылетает. В соло у меня не вылетает. Только заходим, кого-нибудь из нас-то отконнекчивает. То ли из-за FPS, то ли еще из-за чего. То есть мы дальше Undead Settlement так и не ушли. Просто не ушли. Бан DS? Ну как? Ну раньше был, говорят, Shadow Ban. То есть ты как бы все еще играешь. Но на Shadow сервере. То есть ты не видишь бана. Ну, если знаешь, что такое Shadow Ban, то я тебе не буду объяснять, что это такое. Для тех, кто не в курсе, это как бы вы получаете бан, но вы не знаете об этом. То есть вы продолжаете играть даже на сервере, да, все как положено. Но этот сервер для таких же читаков. То есть кроме читаков на том сервере никого нет. Ну, не знаю, может, это страшилка для нубов, конечно. Но вроде как такая вещь существует. Как бы в DS2 я не читерил вообще, так что без понятия. Да и я думаю, что не узнаешь. В общем, да, From Software обделались, на мой взгляд. И деньги не возвращают. А жаль. Так, готово. Вообще можно было построить бы не такую ферму, а другую, со смывом, но я, если честно, не хочу запариваться, потому что это всего лишь слизь. Не знаю, блин, как осветить это нормально. Раз, два, три. Нормально, я имею в виду равномерно, конечно.
Так, ну, вроде бы равномерно. Нигде тут нет. Так, на блоке везде 12. Ну да, здесь вроде бы как нормально. Да, здесь 10 минимум. Так, ну теперь это, конечно, надо поменять на блоке глоустоуна. Я не буду здесь конкретно строить. Здесь будет вода. Но эта платформа будет выглядеть так же просто. Для пущей красоты. Хотя она должна быть немножко больше, чем верхняя, потому что... Ну, собственно, потому что сюда слаймы должны будут падать, так что она будет, типа, где-то вот такая. Скитобоем в космосе? Ничего. Я тебе в прошлый раз еще отвечал. Ничего, не буду играть. Black Sea Odyssey будет, а этот нет. И она не цепляет визуально. Никак. Я не особый любитель пострелушек ради пострелушек. Хотя, по сути, Black Sea Odyssey тоже, но... Ну да ладно. Так, здесь должно быть сколько блоков, чтобы они тут умирали. Мне надо... сделать некоторую систему. Кто бы их смывать-то? По-хорошему бы смывать их в центр. По-хорошему бы смывать этих ребят в центр. Вот сюда. Это проще всего будет сделать. Охренеть. Так. Если вода здесь... Ну, если вода тут, то... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. То есть, если я здесь поставлю кактусы, то они все будут умирать благополучно. Но это как бы, наверное, не лучший способ. Хотя, если спускаться... Если спускаться сбоку, блин, остров выглядит просто огромным, черт возьми. Если спускаться сбоку, где-нибудь оттуда и внизу забирать сундуки, ну, вернее, с сундуков то, что мне нужно, то вполне себе. Хотя можно было бы славой сделать, тогда не пришлось бы делать огромную ферму. Если поставишь кактус, лут будет тоже умирать. Если поставить хоппера, то не должен. Ну, часть лута пускай умирает, она меня не интересует. Меня не интересует 100% лута с этой фермы. Меня интересует хоть какое-нибудь количество лута с этой фермы. Хотя, если мы сделаем здесь славой, будет действительно компактнее. Мне надо сколько этажей? Примерно, наверное, 2 или 3. Ну, 3 пускай. Так, ну, то есть будет как у меня в одиночке. Даже как у меня в туториале. Лаву я достать, в принципе, могу. В принципе. Тогда я смогу просто сюда спускаться. Просто вот сюда и собирать тут слизь. Да, наверное, давайте так и сделаем. Я, наверное, надюпаю себе лаву на перерыве. Перерыв все равно какой-нибудь будет. Да, но перед тем, как уйти на перерыв, мне, собственно, нужно будет еще отстроить все это дело. Так, раз, два, три, четыре. Да,
Давайте с угла начну. Так, ну мне в любом случае надо будет сбегать за снегом. Не знаю, сколько сегодня снега уйдет, но... 4. Сколько у меня там блоков было? По-моему, 3, если не ошибаюсь. Нет, по-моему, я ошибся с самым нижним. По-моему, вот это тут будет на 5-м. То есть так, чтобы они разбивались. Так, получаем 1, так, 2, 3, 4, 5. По-моему, вот так. Будем такую OP делать ферму. 1, 2, 3, 4. А вот эти уже по 3 блока высотой. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре. В принципе, чем больше ферма, тем больше места для спауна. Так что есть резон строить ее большой. В принципе, я делаю не до самого низа, так что она не будет, ну, полноразмерной в любом случае. Так. Ну, да, вот этот слой он последний. Здесь могут спавниться слаймы. Уже. Оп. Так, получаем 1, 2, 3, 4, 5 этажей. Ну, этот не считаем. Хотя там, по идее, тоже слаймы будут. Так что придется вручную приходить истреблять уродов. Но это не беда. Это как раз таки меньшая из проблем. Пару слаймов кокнуть. Вот. А у чувака по-другому сделано, хотя... Он не пользуется дюпом, но он пользуется другой штукой. То есть он пользуется кварцем. Но вместо лавы у него там куча всяких компараторов и прочего. Компараторов, компьютеров и интернета. Так, что я хотел сделать? Так, пойдемте посмотрим, работает она, когда я там бегаю или нет. Вообще хочется все фермы сделать ближе, чтобы они все работали. Но, увы. Думаю, что это невозможно. Так, чтобы был, как бы, ну, чтобы не достигнуть капа по мобам. Хотя, в принципе, ферму слизни, наверное, можно здесь поставить. О, смотрите, железо. Почти стак набрался, пока я тут где-то бегал. Блин. Постоять бы, попасти вот это вот место. Он платит за интернет. И для этого звонит провайдер. Если ты поставишь... Так, про кактус я читал уже. Я про Black Sea Odyssey говорю, ты будешь в нее играть только тогда, когда в ней пофиксят всякую фигню. Не, я в Black Sea Odyssey буду играть периодически, просто я не хочу сейчас играть. Вот конкретно сейчас я не хочу играть в Black Sea Odyssey. Вот. Может и под запись буду играть. Я не знаю, сколько, ну, как долго я буду играть в нее. Сколько у меня там эпизодов на ютубе выйдет и все такое, но... Какое-то время я в ней проведу. Я хочу деревья срубить. Так, давайте сейчас сделаю паузу и продолжим, потому что прошло уже 50 минут, и потом все это будет все равно одним огромным эпизодом на ютубе. Вот. Не будем его удлинять еще минут на 10. И после паузы, буквально в 5 секунд, мы продолжим строить ферму слизней.